Всем привет, друзья, на канале Мусалим. Работаем с автомобилем Kia Rio. По арочкам обрабатываем арки жидкой резиной. Данный материал по составу работает как шумопоглотитель от дороги, биение воды, песка, камней, шелест весь убирается от дороги. Ну и, конечно же, как антикор, сохнет довольно-таки быстро, не скапливается под данным материалом никакой влаги, песка, держится идеально, не отваливается он, как многие думают. Никакого также запаха не появляется в автомобиле, то есть он абсолютно нормально высыхает. И работает. Данный материал 6 миллиметров мы проклеим на подкрылок перед установкой как дополнительная шумоизоляция. Подарок — все 4 арки. Приступаем к сборке. Всем спасибо, пока-пока.